Евросоюз отмечает усилия Армении в борьбе с обходом санкций ЕС против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии ЙОК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе. «Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против России», — сказала она, подчеркнув, что Брюссель в особенности ценит усилия Еревана по части того, чтобы подсанкционное военное оборудование и технологии не попадали в Москву. Глава дипломатии ЕС Жазеб Барель заявил в свою очередь, что Евросоюз поможет Армении противостоять иностранному влиянию и манипуляции. Кроме того, по его словам, ЕС и Армения намерены повысить уровень сотрудничества до максимально возможного. На основе результативного политического сотрудничества настало время развивать экономическое, включая торговлю и мобильность граждан. Мы намерены развивать конкурентоспособность частного сектора Армении для его выхода на новые рынки, готовы сделать инвестиционный климат привлекательнее для европейских и американских компаний. Мы ожидаем помощи в модернизации инфраструктур, качества, товаров и услуг в укреплении связи армянских и западных деловых кругов и в поиске новых схем для развития торговли, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонней встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер и госсекретарем США Энтони Блинкином. В целом, отметил Пашинян, диалог на высоком уровне показывает расширение партнерства Армении с США и Евросоюзом. Несмотря на многочисленные кризисы, Армения добилась значительного прогресса в обеспечении демократии. По его словам, стороны обсудят усилия Армении по укреплению демократических институтов, так как уважение к фундаментальным правам и свободам человека – важная составляющая сотрудничества Еревана, Брюсселя и Вашингтона. Хочу подчеркнуть, что мы остаемся привержены нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета на основе алма Атинской декларации 1991 года, заявил Пашинян. На ее основе, добавил он, Армения привержена также делимитации границы и разблокировке коммуникаций на основе взаимности и суверенитета стран. США планирует предоставить более 65 миллионов долларов помощи Армении. Об этом заявил журналистам в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкин. «Мы планируем предоставить более 65 миллионов долларов помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50% больше, чем два года назад», — подчеркнул Блинкин. По его словам, Соединенные Штаты намерены инвестировать в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении. Отметим, что в пятницу в Брюсселе проходит трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкина.